Как стало известно накануне, 30 декабря, в результате несчастного случая в Чебоксарах скончалась молодая спортсменка Эдера Лаврентьева. Эдера Лаврентьева – воспитанница Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва, мастер спорта России по самбо, многократная победительница российских и международных состязаний. В ее активе победа на первенстве мира в 2012-2014 годах, в 2015 она завоевала бронзу. Сегодня Эдере исполнилось бы 23 года.